Друзья, всем привет! С вами канал JW Оргия. Сегодня 17 декабря. Яговисты, а вы тоже уже, наверное, сели смотреть, да? Ну, тогда заваривайте себе кофеечек или чаечек, садитесь поудобнее. Мы будем сегодня разбирать стих на день, а вы будете потихоньку разомбироваться. Давайте посмотрим, что нам приготовил сегодня руководящий совет. Стих на день. Он не сломает надломленный тростник и не потушит угасающий льняной фитиль. Из Исаия 42:3. Вроде бы казалось, стих ни о чем, да? Но руководящий совет и яговистов придумали, как нам его объяснить. И давайте почитаем их объяснение. Иисус понимал чувства тех, кто был словно надломленный тростник или угасающий фитиль масляной лампы. Он был внимательным, добрым и терпеливым, как руководящий совет. Прям, да? Он настолько терпеливый, если у вас сейчас нет возможности уволиться с работы, взять полновременное служение, пионерское или какое там еще, он потерпит. Обязательно. Вы, главное, несите пожертвования, а он подождет. Например, мы можем делать добровольные пожертвования, исходя из наших обстоятельств. Конечно, никто из нас не сравнится с Иисусом в проницательности и способности учить, ну, кроме руководящего совета, естественно, да? Но все мы можем думать о людях, которым проповедуем. Думать, как с ними говорить, когда и как долго. Ну как долго? Так долго, чтобы зазомбировать их сознание. Вот так долго. Сегодня из-за алчных и бессердечных коммерсантов, о, руководящий совет это, наверное, про себя рассказывает, а также политических и религиозных лидеров, лидеры религиозные, миллионы людей измучены и рассеяны, как овцы без пастуха. Поднимают они себе ценность, эти орвиковские руководители, что без них вы, ну вообще никто, измученные будете, рассеянные, как овцы без пастуха, прям потерянные вообще в жизни. А вот если будете слушать этих обрыганов, то будет у вас все хорошо. Слухай дальше. Неудивительно, что многие люди никому не доверяют. Они потеряли всякую надежду. Видите, пытаются ненависть к этому миру вызвать. Вот почему так важно проявлять к ним доброту и сочувствие, которые видны по нашим словам и тону голоса. Да, особенно ваш тон голоса проявляется, когда вы комментарии гадостные пишете на Ютубе, обзываете людей. И смотрите, как они красиво пишут. Как будто весь мир плохой, добра в мире нет. Они уже заранее это объясняют яговистам, что все плохо. И решили уже за людей, что им плохо, что помочь им надо. С чего вы это, блин, решили? Нам вообще нормально живется без вас. Поэтому, если вы нам не будете наяривать и рассказывать свои басни, будет еще лучше. Нередко люди слушают благую весть не только потому, что мы знаем Библию и приводим логичные доводы. Ну, блин, кто-кто, а Библию яговисты точно не знают. Но и потому, что мы проявляем к ним неподдельный интерес и уважение. Ой-ой-ой-ой, ребята, лукавите вы. Неподдельный интерес. Да вы хоть сами себе не врите. Встаньте хоть перед зеркалом и спросите себя честно, искренне я отношусь к людям или нет. И вы себе ответите, что у нас таких нету. Искренности никакой нет. Вы подчиняетесь этому вонючему руководящему совету, непрекословно выполняете все их указания. Это видно по вашим неискренним улыбкам. Когда встречаешь вас на улицах, вы улыбаетесь, а глаза не улыбаются. Глаза вас выдают. Думаете, что это не видно? Вы читаетесь насквозь. Вот такой, друзья, стих на день. Видите, как они хотят надеть его на голову, но оно не надевается, потому что все неправда, все ложь, все, что они рассказывают про эти искренние улыбки, как они хотят помочь искренне людям. Никому они не хотят помочь. Они хотят помочь только руководящему совету, но сами они об этом не знают, яговисты, потому что мозг уже зазомбирован, и они строго подчиняются им, выполняют их четкие приказания, как роботы, которые не думают о том, что им нужно делать. Так что и яговисты, те, которые меня смотрят на данный момент, задумайтесь над этим. Подумайте, посмотрите в зеркало, задайте себе эти вопросы и выйдите из секты, станьте свободными людьми. Вот и все, друзья, на сегодня. Всем желаю хорошего дня и до следующих стихов на день. Всем пока.